Государственный праздник «День России» Самара отметит с размахом. Праздничные программы пройдут во всех районах города. В 11 часов праздничные концерты начнутся на площади у Дома культуры «Пламя», поселок Прибрежный, и в парке имени Гагарина. В 12 часов концертные программы продолжатся в загородном парке, на Ленинградском спуске набережной, на площади у ДК «Сатурн», поселок Береза, в парке Победы. В 15 часов концертная программа начнется на площади имени Кирова. В 18 часов в парке «Металлургов». Большое празднование Дня России на площади Куйбышева начнется в 15 часов. Здесь детская площадка с городом мастеров, спортивная площадка с турнирами и показательными выступлениями авиамоделистов, национально-культурная площадка с выступлениями национальных коллективов области, контактный зоопарк с возможностью пообщаться с экзотическими животными. В 6 вечера на площади Куйбышева начнется праздничный концерт с участием артистов эстрады Иосифа Кобзона, Валерии и группы «Ария». Кульминацией праздника станет праздничный фейерверк.